анализируя этот выбор, наверное, в силу того, что у отца было достаточно много близких людей, друзей, которые работали врачами в городе Мозыре. Вот, и в силу того, что я в детстве тоже имел возможность общаться с ними, наверное, это и повлияло на выбор моей будущей профессии. Отец даже не мечтал о другой профессии, когда узнал о моем выборе. Вот, маме эта профессия нравилась, но она всегда очень волнительно к ней относилась, потому что тоже понимала, наверное, даже больше, чем я, с чем человек связывает жизнь, выбирая себе врачебную специальность. Никогда не пришлось пожалеть о тогда сделанном выборе. Ну и результаты работы тоже, к счастью, говорят сами за себя. Игорь Баранов, главный врач Мозырской центральной городской поликлиники, врачебную специальность получил в 1994 году, закончив Гродненский государственный медицинский институт. Интернатуру проходил по специальности хирургия в Мозырской городской больнице. Далее специализировался по урологии, был заведующим отделением программного гемодиализа Мозырской городской больницы. Выполнял оперативное вмешательство как в плановом порядке, так и дежурил по экстренной хирургии. Ежедневный труд врача – это постоянная самоотдача, от которой зачастую зависит спасение, качество и продолжительность дальнейшей жизни человека. Случай, когда пришлось двум дежурящим хирургам, одним из которых был я, одновременно оперировать на двух операционных столах. Все это было действительно экстренно, сопровождалось в двух случаях массивной кровопотери. Вот, и естественно, что экстренно вызвать на себя помощь. Мы это сделали, но времени для этого, естественно, для ожидания не было. Этот случай по проведению экстренного вмешательства с участием лишь операционных медицинских сестер закончился успешно. Человеческие жизни были спасены. Тогда впервые Игорь Баранов понял, насколько важно в экстренной ситуации быть профессиональным и решительным. Игорь Васильевич Баранов руководит здравоохранением Мозырщины с 2004 года. Под его началом на протяжении 8 последних лет здравоохранение занимает лидирующие позиции по итогам работы административных территорий Гомельской области. Кроме этого, здравоохранение Мозырского района по результатам двух последних пятилеток признано лучшим среди 120 районов Беларуси, оказывающих помощь населению на районном и межрайонном уровнях. Постарались четко определять приоритеты, куда нужно направлять материальные и кадровые ресурсы. То есть они не взаимосвязаны, и как без профессиональных кадров, так и без современного медицинского оборудования достигать успеха в работе здравоохранения крайне сложно, а порой даже невозможно. Город Мозырь является вторым после Гомеля по численности обслуживаемого населения. Это город областного подчинения с определенными особенностями в структуре управления здравоохранением. С 2007 года преемником территориально-медицинского объединения стала Мозырская центральная городская поликлиника. Ей подчинено 6 юридических лиц, 4 специализированных диспансера, взрослые поликлиники и организации здравоохранения Мозырского района, включающие врачебные амбулатории, участковые больницы, больницу сестринского ухода. Населению Мозырского района доступны высокотехнологичные методы как обследования, так и лечения. По медицинским показаниям, как при острых неотложных состояниях, так и в плановом порядке, выполняются магнитно-резонансная и рентгеновская компьютерная томография. Это позволяет своевременно и эффективно проводить диагностику и лечение. Кроме этого, у нас выполняются высокотехнологичное оперативное вмешательство. Ну, наиболее сейчас на слуху у населения находится это эндопротезирование тазобедренных суставов. С этого года мы практически уже внедрили эндопротезирование коленных суставов. Вот, выполняются микрохирургические операции в офтальмологии, как имплантация интраокулярных линз. Кроме этого, нужно сказать, что только за последние 5 лет, опять-таки благодаря внедрению современных технологий, количество малоинвазивных оперативных вмешательств, в первую очередь с использованием эндоскопического оборудования, увеличилось более чем в 2 раза. Результат – это сокращение срока пребывания пациентов на стационарном лечении, сокращение времени нетрудоспособности. Это полноценное возвращение человека к труду. В конце концов, это определенная экономика здравоохранения, когда появляется возможность направлять финансовые средства на развитие и обновление материально-технической базы.
Кроме оказания медицинской помощи населению города Мозыря и Мозырского района, организации здравоохранения города оказывают еще и специализированную медицинскую помощь 6 районам Полесского региона. И по диагностическим видам помощи, как МРТ, РКТ, даже еще 8 районам. Поэтому зона обслуживания здравоохранения Мозыря очень масштабна. И, в общем-то, мы просто вдвойне обязаны быть на очень высоком уровне, вот, потому что оказание медицинской помощи отдаленным районам, в общем-то, оно с учетом времени иногда доставки в экстренном плане в нашей организации здравоохранения, то есть тоже требует соответствующего подхода и своевременности, и качества оказания медицинской помощи, что, я считаю, тоже нам удается. Ежегодно более 40% оказываемой медицинской помощи составляет реабилитация. Далее по убывающей нейрохирургическая, офтальмологическая, акушерская, гинекологическая помощь и некоторые другие направления, требующие участия мозырских специалистов в области здравоохранения. Численность обслуживаемого населения города Мозырь и Мозырского района составляет 132 944 человека. С учетом 6 районов Полесского региона, это плюс еще порядка около 190 тысяч человек. Вот. Если брать цифры по количеству пролеченных в стационарных условиях, то ежегодно это более 10%. От всех пролеченных в наших стационарах в год. Что касается консультативной помощи в амбулаторных условиях, то ежегодно это более 3000 человек. Это среднестатистические цифры, которые, в общем-то, ну, нагрузку, которую несет и выполняет с достоинством здравоохранения города Мозыря и Мозырского района. Работу здравоохранения Гомельщины ежегодно оценивает руководство нашей области. В качестве поощрения лучшим вручаются денежные сертификаты за достижение высоких результатов. Здравоохранение Мозырщины получало сертификат дважды на общую сумму 2 миллиарда 200 миллионов неденоминированных рублей. За эти средства удалось приобрести часть современного оборудования и автомобили для оказания первой медицинской помощи населению. Благодаря стабильному бюджетному финансированию нам удается ежегодно направлять на выполнение ремонтно-строительных работ как по капитальному ремонту, по текущему ремонту, так и по выполнению работ хозяйственным способом ежегодно до 10 миллиардов рублей. Если сказать о приобретении медицинского оборудования, то я хочу привести такую цифру. Только за последние 5 лет, с учетом всех источников финансирования, республиканского, областного уровня, централизованных поставок по этой линии, средств местного бюджета, средств спонсорской помощи Мозырского нефтеперерабатывающего завода, мы направили на эти цели 49 миллиардов рублей. Игорь Баранов считает, что содержать коечный стационарный фонд и впредь необходимо в таком же количестве, которое имеется на сегодняшний день. А это около 1200 коек для оказания медицинской помощи населению. В здравоохранении Мозырщины активно используются стационар-замещающие технологии. Но резервы еще есть, и здесь намерены использовать все возможности для дальнейшего развития в этом направлении. В планах еще ряд объектов, которые нуждаются в хорошем, скажем, ремонте, вот, и приведению их в надлежащее состояние. То есть, вот, пожалуй, наверное, это основные направления работы, вот, которые, ну, можно обозначить, как, скажем, в кратком выражении. Вот, все остальные задачи у нас сейчас отражены в государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 16-20 годы. Игорь Баранов уважает людей слова и дела. Считает, что человек будет успешным в реализации своих планов лишь при наличии таких качеств, как порядочность, надежность, профессионализм в своем деле, как бы тяжело порой не было. При всех сложностях и при высочайшей ответственности нашей профессии и в данной ситуации работы главного врача, отвечающего за все и вся, что происходит в здравоохранении города и района, тем не менее удовлетворение и силы идти дальше, желательно, подчеркиваю,
в ногу со временем, соответствовать современным требованиям, современным стандартам. Есть, вот, и я надеюсь, что благодаря вот этому взаимопониманию, слаженности в работе коллектива и руководителя, у нас также все будет прекрасно получаться, как происходило до настоящего времени. Каждый человек, который с удовольствием ходит на работу, может долго рассказывать о своей любви к ней, приводить всевозможные тому подтверждения. Кому-то поверит, а кому-то и нет. Игорю Баранову веришь. Он серьезный состоявшийся мужчина, руководитель, рука которого не дрогнула в самые ответственные моменты его врачебной практики. Об отношении к своей работе, о людях, которым бесконечно благодарен за участие в его профессиональном становлении, о близких, которые всегда поддерживают, говорит с дрожью в голосе. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас как можно раньше стал ответственно относиться и бережно относиться к своему личному здоровью и здоровью своих близких. У меня есть очень краткое, но очень, наверное, хорошее такое пожелание, чтобы каждого из нас в жизни сопровождали надежные коллеги, верные друзья, и рядом всегда находились счастливые близкие. По итогам работы в 2015 году решением Гомельского облсполкома Игорь Баранов признан человеком года. Он одержал победу в номинации «Мастер».